Около 30 дорожных знаков в месяц появляется на транспортных линиях города. Основная их часть – на замену старых или пострадавших от рук вандалов, которые выкапывают, сбивают или сдают на металл. В таких случаях место заново осматривается, подготавливается, а затем новая конструкция сменяет прежнюю. По выявленным недостаткам инспекции ГАИ там было произведено предписание на предприятие, пройдена подземная комиссия, согласование с ГАИ и выполнены работы по установке дорожного знака. По улице Раковской устанавливают сразу несколько знаков. На трех пересечениях с дорогой появляются дополнительные указатели главной дороги. Раньше было только два – в начале и в конце шоссе. Прежде чем такие дорожные объекты будут установлены, необходимо рассмотрение вопроса на комиссии по безопасности дорожного движения в администрации округа. Во-первых, там рассматриваются вопросы, которые включены в план, который составляется на год вперед. И как дополнительные идут либо по заявлениям граждан по обращению, либо это может уполномоченный орган управления жизнеобеспечения проинициировать вопросы данные, ну или соответствующие структуры. Все знаки дорожного движения должны соответствовать ГОСТам. Их производством в городе занимается МУБОС. В последнее время стали меняться предписывающие знаки, такие как направление движения и предупреждение о пешеходах. К ним изменились требования, и теперь они должны быть на желтом фоне со специальными светоотражающими элементами. Надежда Якушенко, Николай Фарафонов, Телемикс.